Всем большой привет! Решила начать влог с такой сладкой нотки. Может быть, вы в курсе, вот Дольче Габбана и кондитерская итальянская марка Бачи решили сделать коллаборацию и выпустили лимитированную версию конфет. Это орехово-пралинная в белом шоколаде. Вот такое вот роскошество. Вот так вот выглядит упаковочка. Здесь не очень много конфет. 12 штучек. Вот заварили с подругой кофе. Решили себя побаловать. Сейчас эти конфеты по супер-супер распродаже в Перекрестке можно приобрести. Вот так вот сама конфетка выглядит. И в каждой конфетке есть послание. Любовь – это красота. Похоже чем-то на DAF по оформлению, я имею в виду записки. Вот. Так что, если сейчас пьете чаек, кофеек, приятного аппетита. Суровое, беспощадное современное искусство. Как вам такое? Только засняла для вас видео о моих покупках, и мне поступило сообщение на телефон от компании СДЭК о том, что моя посылка от Glambox доставлена до пункта выдачи. Плюс еще на телефоне было пару эпизодов, которые завалялись, надо было их уже выпускать. Я решила вот в такой влоговой форме покажу вам, что же нам предлагает Glambox в январской подписке. Подписка на январь уже закрыта. Нам данные сервис услуг предлагает подписаться или в соцсетях отслеживать, или же можно на рассылку подписаться, чтобы не пропустить коробочку. Вот это конкретно январьская, она в таком немножечко стиле лего. Оформление очень симпатичное. Коробка сама небольшая, достаточно миниатюрная, аккуратная. Так, я, конечно, решила тут одной рукой вам все продемонстрировать. Посмотрим, получится ли у меня. Такой вот симпатичный бантичек. Я, конечно же, смотрела содержание, это решила подвязать обратно все. В коробочке находится буклетик. Я вот впервые, кстати, подписалась на вот эту рассылку коробочек красоты. Классная идея с этими буклетами. Тут описание краткое, но емкое по поводу продуктов. Можно подсмотреть. Вот, что у нас здесь? Вот самый большой продукт, это у нас очищающий гель для умывания от марки Avène. Он для комбинированной и жирной кожи. Я так понимаю, что, видимо, летом я им буду пользоваться, так как у меня кожа склонна больше к сухости. И тут, кстати, такой хороший прям объем, 100 мл. В полноразмерном средстве 200 мл. Ну, я думаю, мы с подругой напополам используем его обязательно. Что еще? Вот этим средством, можно сказать, заманивали всех подписчиков. Это новинка у марки Clarins. Это супер какой-то бальзам для поврежденной кожи, для лица и тела. Объем, кстати, тоже достаточно хороший, 10 мл. Вот он, по-моему, на первой же странице находится. Давайте просто хотя бы сравним. Так, в полноразмерной тубе 30 мл. Ну, треть, можно сказать, да? Треть упаковки нам предлагают вот в этом боксе. Давайте я вот так вот, наверное. Такой симпатичная упаковка. Вот, что еще, что еще? Некий филлер. Я так понимаю, это, скорее всего,
Сыворотка от марки Виши. Вот сейчас я буду подглядывать в эту брошюру. Мне самое интересное стало. Так, это гиалуроновая сыворотка филлер пролонгированного действия. Угу. Интересно. Вот такой симпатичный бутылечек. Все в коробочках, все очень симпатично. Приятненько. Тоже 10 мл. Мне кажется, хороший, прям достойный объем. То есть не просто сашетка. Так, не буду я, наверное, закрывать. Так, что еще мы здесь видим? Интересный вот такой вот сэмпл парфюма от Calvin Klein. И он у нас заявлен как унисекс. Необычно. Ну, по нотам действительно могу поверить, что он может быть унисекс. Верхние ноты – органический мексиканский апельсин. Средние ноты – черный чай из Шри-Ланки. И базовые ноты – ветивер. Ветивер, как правильно, с острова Гаити. Так, парфюмчики мы любим. Вот я очень давно хотела попробовать вот этот тоник от Pixi. Тут не очень большой объем, но я думаю, ну, хотя 15 мл. Распробовать, я думаю, достаточно такого количества. Также здесь был, так, тут, по-моему, кажется, сыворотка для области вокруг глаз. И объем тоже 5 мл. Это хороший объем для средства вокруг глаз, потому что полноразмерные продукты обычно они по 15 мл, так как понятно, что для области вокруг глаз нам не нужны большие упаковки. Так, я, кажется, вас обманула. Подождите. Интересно, но я что-то не вижу в брошюре вот этого средства от Avène. Очень интересно. Виши. Нет, вы представляете, правда, в брошюре этого средства нет. Так, тут все кажется на английском, и для чего конкретно оно, я не очень понимаю вот так вот сходу. Возможно, это что-то для очищения. В общем, не буду врать. Буду смотреть на сайте перед тем, как использовать. А вот по поводу сыворотки для глаз, вот, пожалуйста, это от марки Zeytun. И здесь я проверяла, кажется, тоже было декоративного средства, миниатюра в объеме 5 мл. Это матовый бальзам для губ. Очень интересное заявление такое. Как вам распаковка одной рукой? Оцените мастерство. Так, вот такой вот от Clarins. Единственное, уж не смогу вам сделать, конечно же, свотч. Там такая пушистая жуля на конце. И я по поводу того, что объем тоже достаточно хороший, потому что у нас, извините, некоторые блески сейчас в масс-маркете с таким объемом полноразмерные выпускаются, просто очень хитрые тубы и упаковки. Визуально кажется, что объем большой, а на самом деле внутри совсем чуть-чуть. И последнее, что было в этой коробочке, это маска для рук увлажняющая от Innisfree. Innisfree мне достаточно симпатична марка. Так что она увлажняет, придавая гладкость шелка. Класс. Так, ну и все.
Вот такое вот оформление. Давайте в целом еще раз посмотрим. Достаточно много средств, как по мне, вполне себе оправданно. Вот. Интересно будет, конечно, почитать дополнительно, что это за штукенция, потому что в описании я не нашла. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока и до новых встреч!